Господь и Бог наш, мы в смирении приходим к Тебе с радостью, с поклонением, склоняемся перед Тобою, чтобы воздать Тебе славу и честь. Мы сердечно благодарим Тебя через Иисуса Христа за милость Твою, за любовь Твою, за охрану, которую являешь Ты для нас до сего часа. Мы благодарим за время благодати, Господь, за то, что звучит Твое Слово, за то, что действует Дух Твой Святой. Мы благодарим Тебя за то, что в это время мы можем быть вместе, собираться в доме молитвы. Мы благодарим Тебя за эту радостную весть, которую когда-то принес ангел. Мы благодарим за то, что Ты добровольно пошел к нам, чтобы спасти нас от смерти. Господь, мы благодарны за то, что и сегодня Ты можешь говорить к нам. И мы просим, чтобы Ты приготовил наше сердце слышать слова Твои. Мы просим, чтобы Ты благословил нас, помог нам, чтобы это слово не было бессильно в нашей жизни, но чтобы оно производило мощную работу свою. Мы просим, чтобы Ты благословил наше служение сегодня, участие наше, песнопение наше, услышал молитвы наши. Мы просим, чтобы Ты благословил братьев, говорящих Слово Твое, чтобы это доброе семя сеялось на добрую почву наших сердец и приносило добрый плод в нашей жизни. Мы просим, чтобы Ты посетил нас сегодня, кто собрались здесь, кого нету с нами, чтобы Ты посетил сердца наши миром, радостью и силой, общение с Тобою. Господь, мы просим, чтобы Ты услышал нашу молитву и чтобы имя Твое было прославлено в этом служении Тебе единому, да будет хвала, честь и поклонение, Бог наш. Аминь. Поем общим пением, братья и сестры. Всем устами, умом и душой буду хвалить я Тебя, Бог благой. Здесь на земле среди жизни земной, после на небе за встречу с Тобой. Аллилуйя, аллилуйя. Самым рассветом воскресного дня Тобою склоняюся я, Духом Святым мое сердце зажги, как Ты страдал за меня, расскажи. Со мной последний на небе под лучшей звездой. Аллилуйя, аллилуйя. Пусть наша жизнь будет песней хвалы, стадней весны до холодной зимы. С детства и юности, с первой любви, смелость и старость и до седины. Аллилуйя, 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 кровь Христа, аллилуйя, нас спасла, аллилуйя, аллилуйя, кровь Христа.
хорошо мне с тобою быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной Иисус говорит с тобой. Хорошо мне с Христом везде, даже если в любой беде, даже если Если темно вокруг, Иисус.
Она обручена и скоро сочетание. Мария думала о том не раз уже. Иосиф праведен, Иосиф Бога знает, Всевышний мужа посылает по душе. Хвалой наполнены ее уста и сердце. Благодарю тебя, Владыка, честь тебе за все твои ко мне благословения. Как велика, Господь, любовь твоя ко мне. Ты, Боже праведный, про всех все знаешь. Ну чем я лучше среди дев других, что ты меня так щедро награждаешь? Я недостойна милостей твоих. Мелькали дни в счастливом ожидании. Ничто не предвещало Марии перемен. Вот новый день Всевышний посылает. Зашла заря, и вновь проснулся Назарет. Но вдруг обычный жизненный ритм сменился. Такой не ожидала Мария поворот. Ей ангел светлый с высоты явился. Радуйся, благодатная, Господь с тобой. Ты между женами благословенна. Она смутилась от его речей. Не бойся, благодать ты обрела у Бога. Ты станешь матерью царя царей. Престол отца Давида даст ему Всевышний. И над Израилем он будет царствовать вовек. Как это будет? Господу доверься. Святой Дух свыше на тебя сойдет. Мария с небожителем не стала препираться. Вопросы разные она не задала ему. «Се раба Господня», – тихо прошептала, – «да будет мне по слову твоему». И песнь, ликуя Господу, воспела. «Душа моя величит Бога сил, с небес презрел Бог на мое смирение, величие мне сильный сотворил. Отныне будут ублажать меня все роды, использует того Бог, кто смирен. Господь сильнейших низложил с престолов, и богатящихся Он отпустил ни с чем». Так Бог определил Спасителю родиться от скромной девы, сильный царь царей. Не в пышности Иисус Христос явился, но в бедности среди простых людей. Смирение Христа для нас служит примером. Учиться у Него все мы должны. Благословение Господне на смиренных, противны Господу все гордецы. Когда ты будешь для Христа трудиться, чтобы Он принял труд духовный твой, не должен ты гордиться, но смириться. Смиренным только благодать Господь дает. Аминь. Слава Богу. Душа нетленная из мира бренного стремится в тот покой, где вечный Бог святой на благодати луг ведет нас Божий Дух, звук слов Его живых. Как ветер нежен тих, взываем снова мы. Приди, о Дух Святой, небесный свет яви, и нам Христа открой. На истину настав, как поступать учи, где надо, там исправ. Руководи в пути, взываем снова мы, приди, о Дух Святой. Крестные дела чудесные и слово важное на Бог.
Приветствую вас, братья и сестры, и хочу поздравить вас тоже с этим праздником, праздником Благовещения. И вначале хочу вам задать вопрос. Я думаю, многие из нас имеют здесь работу, это благодаря Богу благословение. И как вы готовитесь к своей работе? Вот вы встаете утром, какая у вас готовность? Может быть, те, кто работает в офисе, они берут компьютер, готовят портфель, пьют кофе, как говорят, с ватрушкой. Уже говорили, может быть, то на стройке, проверяют свой трак, проверяют все ли инструменты на месте, смотрят, есть ли материал, думают план работы. Каждый из нас как-то готовится к работе. Каждое утро, каждый день. Может быть, кому-то более трудно, они ставят будильник, нажимают на snooze button пару раз перед тем, как встать. Но каждый у нас своя есть готовность. И сегодня, братья и сестры, я хочу взглянуть на особенную готовность. Откроем вместе Луки, первую главу, и мы будем читать с 26 стиха. Луки, первая глава, с 26 стиха. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученную мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». До этого стиха. Моя тема сегодня моей проповеди называется «Готовое сердце к служению». Как я задал вопрос, каждый из нас как-то готовится к работе.
И сегодня нам слово показывает на одного человека, на Марию, как она была готова не просто к работе, но к великому служению. Первое, что мы находим, какую имела, может быть, качество Мария, которое она была готова к этому особенному служению, это была радость. Как мы прочитали уже в 28 стихе, ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная». Что интересно, что это повеление об этой готовности к особенному служению, это первое, это повеление от Бога. Первое повеление – радоваться. Братья и сестры, вы сегодня рады? Ну, не видно иногда, бывает, к нам прийти в церковь, и мы поем «Праздник у нас», но иногда, может быть, не видно радости. Но здесь нам Бог сегодня повеляет радоваться. Чтобы нам быть сегодня готовы к служению, надо иметь радость. А что это за радость? Вот здесь просто написано слово «радоваться». Интересно, что такое же самое слово, вот это в греческом переводе, находится и в Матфея 2 главе в 10 стихе. Это та история о волхвов, где написано: «Увидевши же звезду, возрадовались радостью великою». Вот это же та же самая радость. То же самое слово – это великая радость. И ангел Марии повелел, чтобы она радовалась, чтобы вот это служение, к которому она приступает, вот это служение, которое она будет совершать, оно должно быть радость. И оно должно иметь это преизбыточную радость. Но мы видим, бывает трудно, правда? Бывает трудно в нашей жизни, когда столько много проблем, столько много переживаний, иметь ту радость. И мы когда видим, что в этой же главе Мария тоже имела переживания. Мария вот в 34 и 35 стихе говорит: «Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Мы видим, у Марии тоже были переживания. Когда она услышала эту весть, услышала о том служении, которое она должна будет совершать, у ней было переживание. Она: как же это будет, как это происходит? Но мы видим, что она это приняла. Приняла служение с радостью. И не только на примере Марии мы видим похожие события, когда надо делать служение, надо идти, надо что-то совершать для Бога, но бывают трудности. В Деянии, в 5 главе, мы находим одну здесь историю в конце этой главы о апостолах, как они совершали дело для Бога, проповедовали, делали многие события, и мы видим, что их поставили перед этими первосвященниками, священниками. И в 5 главе, в 40 стихе и 41 мы читаем: «Они послушались Его, и призвавшие апостолов, били их, и запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Вот тут этих апостолов, когда их побили, когда им запретили говорить об Иисусе, что они делали? Братья и сестры, они вышли, радовались. Они радовались, что у них была возможность послужить Богу. Эта великая радость есть у нас сегодня. Она должна быть и у нас сегодня. Псалом 143, 12 стихе мы читаем: «Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Бог, Господь, есть Бог». Вот в этом находится наша радость. Как бы понять, откуда должна исходить эта радость? Эта радость не от того, какое служение мы совершаем. Мы можем быть и в духовом оркестре, и в симфоническом, петь в хоре, проповедовать. Много можем служения делать, но радость не исходит из какого служения мы делаем. Радость исходит от того, что с нами Бог. Когда мы прочитали вот эти слова ангела, он сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Вот в этом находится наша радость, братья и сестры, когда Господь является нашим настоящим Богом, когда Господь является главной чертой нашей жизни. Это служение мы не делаем для людей, это служение Мария не делала для каких-то людей, она делала это для Бога. И сегодня звучит нам этот же призыв, чтобы у нас была радость в этом служении. Есть одна история, есть проповедник Джон Уэсли, и когда он учился еще в колледже, там были дежурные, более старшие люди, и он заметил одного дедушку. Этот дедушка не был так сильно хорошо одет, он очень трудился, ему было трудно, и он так смотрел на него, и у этого человека была радость. И он сказал:
А чему ты радуешься? У тебя же ничего нет, у тебя вот один этот пиджак, нету сильного такого дома, спишь в шалаше. Чему ты можешь радоваться? И он сказал: я могу радоваться тому, что Бог мне дает жизнь, я могу радоваться, что я сегодня мог проснуться, и я могу радоваться, что у меня есть любовь Бога. Вот в этом и призывает нас сегодня Слово Божие. Когда мы готовимся к какому-то служению, когда мы приходим в дом молитвы, проверять наше сердце, потому что вот это повеление, это было от Бога, это радоваться, проверять наше сердце, готово ли оно сегодня послужить Богу, готово ли оно иметь эту радость, есть ли в нашем радость это сердце, радость послужить Богу. И второе, что мы видим, и это уже может, второе качество, которое Мария уже имела. Если мы возвратимся в Луки и прочитаем 28 стих, написано: «Радуйся, благодатная». Вот это слово «благодатная», оно повторяется два раза в этом абзаце. И в 30 стихе сказано: «И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Вот это слово «благодать». Что это означает? Это не та спасительная благодать, которую Бог нам проявляет, но это Божие благословение, можно бы сказать, Божие внимание. На английском стихе, на английском языке оно чуть по-другому. It's called favor, that she found favor with God. Она обрела вот это особенное внимание, и для нас звучит сегодня вопрос: а как же нам обрести эту благодать? Как же нам увидеть, что это за благодать? И мы находим похожее в истории Ноя, когда, если мы откроем 6 главу Бытие, прочитаем 8 и 9 стихи, где написано: «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Вот это и означает обрести благодать у Бога. Когда Ной жил в то время, когда был разрад везде, Бог сожалел, что сотворил человечество, но Бог увидел одного человека. Он увидел того человека, которому показал свою благодать. Этот был человек Ной, в который ходил непорочно. Вот это означает приобрести благодать у Бога, это чтобы наша жизнь была непорочная. В притче 12 главе, во 2 стихе, мы можем найти похожие слова, где написано: «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человек коварного он осудит». Здесь показаны вот эти немногие черты человека, который хочет приобрести это благоволение от Господа, эту благодать. Он живет непорочно. Он является добрым человеком. Псалом 83, в 12 стихе мы читаем: «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу ходящим в непорочности, Он не лишает благ». Здесь мы также видим это подчеркнутое слово «благодать». Бог дает ту благодать для тем, кто ходит непорочно перед Ним. И мы видим, что Бог назвал Марию этой благой. Он сказал: «Радуйся, благодатная». Мы не знаем много о жизни Марии до того, как возвестил ангела о этом служении, но Бог знал. Бог знал, как Мария жила, знала, как она перед Ним ходила. И мы видим через слово Его, что Бог повелевает и нам также сегодня. На примере Марии не только иметь эту радость, но ходить благодатным. Вот это большая часть этого жизни нашей, нашего служения, это иметь ту благодать в сердце, иметь ту непорочность нашим сердцем. Прошло много времени, прошло много лет. Этот же Джон Уэсли уже стал проповедником, он уже много говорил, написал много книг, и уже в конце своей жизни он сказал такую цитату: «Мне нужен весь Христос для моего Спасителя, вся Библия для моей книги, вся церковь для моего общения и весь мир для моего миссионерского поля». Он понял вот эту радость. Он понял, что означает, когда в жизни живет Бог. Что оно заполняет все наши нужды, заполняет все, что нам нужно в этой жизни. Христос стал его Спасителем, Библия стала его книгой, церковь стала его общением, и мир стал его миссионерским полем. Эта благодать заполнила всю его жизнь. И сегодня для нас звучит похожее, братья и сестры, чтобы эта благодать, если мы хотим верно служить Богу, если мы хотим иметь успех в этом служении, если мы хотим иметь сердце, готовое для служения, нам надо жить вот так, как говорит Слово Божие.
Я знаю, многие из вас знают Евреям 11 главу, где написано о многих героях веры, которые служили Богу. И там в 16 стихе написано: «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдился их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вот это слово «Бог не стыдился их». Вот это означает приобрести благодать. Вот это означает быть благодатным человеком, это как Бог не стыдится нас. Не в том, что как мы живем, не то, что мы совершаем, Бог знает нас. Он приближен к нам, и у нас сердце наполнилось благодатью. И сегодня это, братья и сестры, слово звучит и для нас. Бывает трудно радоваться, бывает трудно проходить эту жизнь, непорочность, не быть непорочным, но Слово Божие сегодня призывает нас. Сами мы этого не можем сделать, но это нам дает Бог. Как мы видим, только с Богом у нас это есть. И как мы уже сказали, первое, чтобы нам быть готовым к служению, нам надо иметь радость. Ту радость, что Бог с нами, ту радость, что мы можем служить тому, кто умер за нас, кто оставил эту славу неба, пришел ради нас умереть на кресте. И второе, чтобы у нас была та благодать в сердце. Та благодать, через которую бы люди видели, что у нас особый вид жизни, что мы особые, мы не живем так, как этот мир живет, но что-то здесь особенное. И через это у нас будет то сердце готово служения, то сердце готовое, как у Марии. И да поможет нам Бог сегодня, когда мы слышим это Слово Божие, проверять не наши сердца. Готово ли мое сердце сегодня к служению? Аминь. Помолимся. Дорогой Отец мой Небесный, я сердечно благодарю Тебя за это время, Господь, когда мы можем утром прийти сюда, в дом Твой, Господи, и читать Слово Твое, Господи, молиться Тебе. Я говорю за это время, Господи, что мы можем учиться из Твоего Слова, Господь. Я, Господи, вижу те уроки, Господь, которые Ты показываешь нам сегодня, чтобы нам радоваться, Господь, чтобы нам радоваться, что Ты являешься нашим Богом, Господь, и помоги в нашей жизни, Господи, обрести ту благодать от Тебя, чтобы в нашей жизни, Господи, был явлен Ты, где мы ни не были, Господи, и особенно в нашем служении, через наше служение, Господь, чтобы люди приходили к Тебе. Ты благослови и это сегодняшнее служение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Thank you.
Зови меня ранним утром, когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко. Позови меня, позови, я приду к тебе, мой Спаситель, прикоснувшись к твоим ногам, я дам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня днем погожим, я оставлю земные дела, полечу к тебе птицей вольной. Позови меня для себя, я приду к тебе, мой Спаситель, прикоснувшись к твоим ногам, я дам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня ночью темной, когда бродит страх по земле. Полечу к тебе птицей вольной. Позови меня, позови, я приду к тебе. Прикоснувшись к твоим ногам, я дам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Если вдруг тебя не услышу днем и утром ночною порой, разбуди меня, когда угодно, разбуди меня, ведь я твой. Разбуди меня, мой Спаситель, прикоснувшись к моим глазам, я дам тебе свое сердце в благодарность за то, что позвал. Я хочу тебе, друг, совет написать, чтоб не мог ты нигде ошибиться. И все то, что хочу я тебе рассказать, навсегда пусть тебе пригодится. Если утром ты встал, пробудившись от сна, не спеши в суету погрузиться, пусть душа твоя будет желанием полна Иисусу Христу помолиться. Незаслуженно кто-то обидел тебя, будь спокоен, не надо сердиться, мысли гнева тот час отгони от себя. Прежде нужно Христу помолиться. Или если случится, быть может, не раз, когда в битве твой дух утомится, поспеши пред Иисусом склониться в тот час. Прежде нужно Ему помолиться. Если вдруг ты не понят и кем-то забыт, сердце болью готово томиться, к Иисусу приди, Он печаль удалит. Тебе нужно Ему помолиться. И еще, наконец, чтобы в небо войти,
Нужно, друг, в Церкви Божьей трудиться. И чтоб все победить на житейском пути, нужно много и много молиться. Аминь. Друг, надежду, молись всегда, молись. Иди вперед, как прежде, назад не оглянись. И все, что не случится, от Бога принимай. Молитва — это птица, и крылья только дай. Молитва не твоя не унывает, надежда и любовь не остывает. Всегда, мой друг, молись, а Бог все знает. Надежда и любовь не остывает. Всегда, мой друг, молись, а Бог все знает. Увидишь чудеса в ней, увидишь благодать. В душе спокойствия елей молитва может дать. Сменить печаль на радость, утешить час невзгод. Молитва — это сладость, молитву дал нам Бог. Молитва никогда не умирает, и пусть душа твоя не унывает. Надежда и любовь не остывает. Всегда, мой друг, молись, знает, надежда и любовь не остывает. Всегда, мой друг, молись, а Бог все знает. Молитва наша сила, она как светлый луч в ночи. И если дух унылый, молитва душу излечит. Ее огонь не гаснет, тепла ее не затушить. Молитва не напрасна, молитва — это жизнь. Ее огонь не гаснет, тепла ее не затушить. Молитва не напрасна, молитва — это жизнь. Молитва никогда не умирает, и пусть душа твоя не унывает. Надежда и любовь не остывает. Всегда, мой друг, молись, а Бог все знает. Надежда и любовь не остывает. Всегда,
молись, а Бог все знает. Слава Богу. Братья и сестры, праздник Благовещения – это действительно возвещение Благой Вести. Это самая большая новость, которую услышал человек. Примешь, родишь сына, он будет велик, будет царствовать, и царство предела не будет, конца царства этого не будет. Но в праздник Благовещения, друзья, когда ангел говорил к Марии, он и укрепил ее. Мария принимала большое ответственное служение. Это был несовершенный человек. И ангел укреплял ее, сказал: «Мария, не бойся, Господь с тобою». Друзья, и сегодня, когда мы утомляемся, когда мы переживаем, звучит тот же голос: «Не бойся, Господь с тобою». Мы слышали стихотворение, сейчас об этом хор споет. «Сколько раз в борьбе я утомлялся, много падал, часто уставал, но в молитве дух мой укреплялся, и не раз меня ты поднимал». Друзья, всегда рядом есть тот, который может ободрить, поднять и помочь следовать за ним. Это наш Господь. «Сколько раз в долине смертной тени». Жаркий зной не войдет.
сияет царство золотое, водворимся с Иисусом навсегда. Thank you.
Дорогие братья и сестры, все, кто смотрит нас, все, кто слушает нас, сердечно поздравляю вас с праздником Доброй Вести, Доброй Новости, праздником Благовещения. В последнее время, я думаю, мы меньше и меньше получаем добрых новостей. Большинство – это не особо приятные, не особо хорошие новости. Но сегодня мы вспоминаем праздник доброй, хорошей вести, вести, которую сам ангел, сам Бог через Гавриила принес человечеству, принес Марии. И в этом особенность этого праздника. Любой праздник, который мы с вами отмечаем, христианский праздник, он имеет не просто историческое значение, он не просто имеет значение, которое мы можем читать вот в Библии где-то, но любой праздник, он имеет значение для нас, для каждого из нас. И поэтому сегодня я бы хотел еще раз, чтобы мы могли прочитать повествование Благовещения, и чтобы мы посмотрели на некоторые истины, которые мы бы могли взять для каждого из нас. Давайте откроем наши Библии. Я надеюсь, что вы приносите Библии в Дом Божий. Буду читать первая глава Евангелия от Луки. Первая глава Евангелия от Луки – буду читать с 26 текста, Луки 1:26 и ниже. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю“? Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово“. Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне
по слову твоему, и отошел от нее ангел. I have good news for you. У меня для вас хорошая новость. Друзья, вы слышали такую фразу, которая была бы обращена к вам здесь, в Америке? Я думаю, слышали. Я думаю, что зависит от обстоятельств, в зависимости от ситуации, вы можете предположить, в чем заключается эта хорошая новость, в чем заключается эта добрая новость. Но представьте, что вы дома. Раздается стук в дверь, вы открываете дверь, и вот по ту сторону двери стоит некто, кто говорит вам: у меня для вас хорошая новость. О чем вы думаете? О чем вы рассуждаете? Какие мысли проходят через ваш разум? Будет ли эта добрая весть, о которой вам скажут, добрая или хорошая весть для вас? Несколько недель назад многие из нас были на молодежном конгрессе в Техасе. И вот там был один молодой брат, который рассказывал, почему он опоздал на конгресс. И вот он говорит, что уже находясь в аэропорту, он узнал, что его рейс отменили. Не просто назначили на другое время, но полностью отменили рейс. И вот он подходит к работникам авиакомпании. Этот брат недавно в Америке, и вот он старается объяснить, старается как-то сказать, что вот ему необходимо, чтобы уже в среду вечером быть на конгрессе. И вот эти работники уходят, проходит определенное время, и вот он рассказывает, что подходит к нему работник и говорит: «Сэр, I have good news for you». И наш брат очень обрадовался. Он подумал: все решено. Он говорит: у меня даже от сердца отлегло, потому что я подумал: все, вопрос решен. Более того, он говорит, он подумал, что, наверное, поскольку такие неудобства, мне даже сделают билеты в первый класс. И вот этот человек объясняет нашему брату и говорит: добрая новость заключается в том, что мы нашли рейс на следующий день, и мы вас поставили на waiting list. То есть good news, о которых этот человек говорил нашему брату, они, может быть, не совсем были доброй новостью для него. Текст, который мы с вами прочитали, говорит о молодой девушке Марии. Она была обручена мужу. Она ждала, когда Иосиф возвратится, для того, чтобы состоялась вторая часть бракосочетания, свадьба. И всем, кто когда-то готовился к свадьбе, возможно, тем, кто сейчас готовится к свадьбе, знакомо это время. Много заботы, много переживания, много подготовки. И я уверен, что у Марии было не меньше. И вот Гавриил приносит радостную весть и говорит: ты примешь от Духа Святого, ты обрела благодать у Бога, ты зачнешь сына и наречешь ему имя Иисус. О чем подумала Мария? Непонимание, страх, что сказать Иосифу, что сказать родным, что сказать близким, как на нее будут смотреть, что дальше делать, как это будет. Но мы видим, что она верой принимает эту истину. Она принимает это и говорит: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Братья и сестры, я бы хотел сегодня вкратце посмотреть на пять истин праздника благовестия, которые мы можем взять для себя. Праздник Благовещения прежде всего открывает тайну Боговоплощения. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Истина непорочного зачатия – это тот камень преткновения, который является этим камнем для многих, даже в настоящее время. Как это может быть, задают они вопрос. Или наоборот, они утверждают, что такого не может быть. Апостол Павел говорит в первом послании к Тимофею: «Беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог,
явился во плоти. Апостол Павел говорит беспрекословно, то есть нет, не подвергается эта истина никакому сомнению, нет никаких споров, беспрекословно, великое благочестие тайна. И нам непонятно, человеческим умом непонятно, как это может произойти, но мы точно знаем, что так было. Почему? Об этом нам говорит Слово Божие. Нам непонятно, как Мария, которая не знала мужа, могла родить. Но еще большей тайной заключается то, что Бог, через которого все было создано, Сын Божий, через которого и кем было создано все, видимое и невидимое, как Он мог прийти в этот мир обычным младенцем? Сын Божий стал Сыном Человеческим, стал Иисусом. Вторую истину, которую мы с вами открываем в празднике Благовещения, это то, что праздник Благовещения – это праздник Благой Вести. Этот праздник нам открывает не просто тайну Боговоплощения, этот праздник благой, хорошей, доброй вести. Посмотрите, в чем заключается эта благая весть. Читаю с 31 текста. «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Благая весть Гавриила, которую он передал Марии, заключается в двух очень важных моментах. Прежде всего, что Сын Божий стал Сыном Человеческим. И вот зачнешь во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус, Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. Гавриил обращается к Марии и говорит, что вот тот Сын, которого ты родишь, Он будет Сыном Божьим, Сыном Всевышнего. И мы с вами понимаем, что в этой части благовестия Сын Божий родился для того, чтобы взять мой грех, для того, чтобы взять грех каждого человека, для того, чтобы на себе понести наказание наше. И в этом часть этой доброй вести стать заместительной жертвой за грехи человечества. Добрая весть заключается в том, что моя вина, мой грех, он был принесен и был заплачен ценой Господа нашего Иисуса Христа, этого младенца, который родился. Но благая весть Гавриила на этом не закончилась. Он говорит о второй части благовестия. Он говорит о том, что он будет царствовать, и царству его не будет конца. Смотрите, мы с вами читали этот текст. «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». В нашем благовестии неверующим мы очень часто останавливаемся вот на первом моменте, что Иисус Христос пришел, чтобы взять твой грех, чтобы принести себя в жертву. И мы этим мы имеем спасение. И это да и аминь. Так говорит Слово Божье. Но если мы только на этом останавливаемся, если наше благовестие только на этом заканчивается, тогда мы с вами не говорим вторую часть благовестия, о котором ангел Гавриил возвестил Марии. Он будет царствовать, и царство его не будет конца. Он царь, он владыка, он имеет престол. И каждый, кто принимает эту благую весть, они должны понимать, должны осознать. И не просто как-то понимать и осознать, но они должны способствовать тому, чтобы Христос царствовал в их сердце. Они должны проверять, что господствует и что царствует в сердце человека. Апостол Павел, если вы помните, в послании к римлянам, в 10 главе, в 6 главе с 10 текста, он говорит к верующим, обращается к верующим, и говорит, ибо что он умер, говоря о Христе, то он умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога.
так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». И смотрите, следующий текст. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши в орудие праведности». Благовестие также заключается в том, что Он будет царствовать, и царство Его не будет конца. И все те, кто принимают это благовестие, они должны в сердце своем дать место, чтобы Христос царствовал, и не предавать члены свои в орудие греху, как апостол Павел говорит. Третий урок или третью истину, которую мы можем взять из праздника Благовещения. Бог желает общаться с человеком и открывает свою волю, и открывает свои планы. Первая глава Евангелия от Луки показывает, что Господь позаботился, чтобы эта добрая весть, чтобы эта добрая новость была доставлена к Марии почти из первых уст. Бог использует своего ангела Гавриила, чтобы тот принес эту благую, добрую весть человеку. Что мы знаем о Гаврииле? Мы с вами, вникая в Писание, видим и встречаемся с ним в послании, в книге Даниила, книге пророка Даниила, тогда, когда Даниил видел видение. Давайте прочитаем Даниила, 8 глава, 15 текст. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа. И услышал я от средины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: Гавриил, объясни ему это видение. И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое, и сказал он мне: Сын человеческий, что видение, знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». Немножко позже, в следующей главе, тогда, когда Даниил молился, тогда, когда он исповедовал грех свой, грех народа, мы с вами читаем, что Господь также посылает Гавриила для того, чтобы он мог изъяснить, для того, чтобы показать, как он говорит, научить Даниила разумению. То есть это был ангел, особенно приближенный к Богу. Мы с вами в первой главе Луки также с ним встречаемся, когда Гавриил говорит о себе, что «я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Особо приближенный ангел, который предстоит перед Богом, которого Бог посылал с особой миссией для того, чтобы объяснить, для того, чтобы открыть, для того, чтобы сказать Даниилу, для того, чтобы, вот как мы в первой главе с вами прочитали, объяснить и принести эту благую весть Марии, для того, чтобы немножко раньше, чтобы Захарии вот так же объяснить и сказать. Бог заботится, и Он ищет общение с человеком для того, чтобы открыть тайну свою. В книге пророка Амоса, в третьей главе, в седьмом тексте пророк говорит, или Дух Святой через пророка говорит: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны свои тайны рабам своим, пророкам». Бог желает общения с человеком. Бог желает открывать тайны. Уже в самом начале, после грехопадения, Бог искал Адама. «Адам, где ты?» Бог искал общения. Мы с вами немножко позже читаем, тогда, когда Бог смотрит на то, что происходило в Содоме, в Гоморре, в окрестностях. Он обращается и говорит: «Скрою ли от раба моего, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать?» И Бог говорит, и мы с вами знаем эту историю, но истину, которую мы находим, Бог желает открыть тайны свои. Бог желает общения с человеком. И это приводит нас к еще одной истине. Праздник Благовещения напоминает нам еще об одном возвещении,
том возвещении, что Христос придет. Мы с вами живем не просто, братья и сестры, в последнее время. Мы с вами живем в последние дни, в последние минуты. Мы сегодня пели, что мы должны радоваться от того, что мы ожидаем Христа. Мы с вами много говорим о том, что Христос идет. Мы с вами читаем первое послание Фессалоникийцам и так для себя выбрали эту тему «На пороге вечности». И действительно, мы с вами очень близко к тому времени, когда Христос придет. И праздник Благовещения как раз говорит нам о том, что будет еще одно возвещение. В первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел обращается к верующим в Фессалонике. И вы помните, что это были те верующие, которые особенно ожидали Христа, которые понимали, что вот-вот в их время Христос уже придет, будет восхищение. И апостол Павел писал, ободрял, напоминал, говорил о том, как это будет. И вот в 4 главе апостол Павел, объясняя порядок восхищения церкви, объясняя, как это будет, он говорит 16 текста, «Потому что сам Господь при возвещении и гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем, потому что сам Господь при возвещении». Что это за возвещение? Это будет возвещение, благая весть или хорошие новости, но это будут хорошие новости для тех, кто ожидал Его приход, кто готовился к этому возвещению. Это возвещение разделит тех, кто был готов к восхищению, и тех, кто не был готов. Это возвещение разделит тех, кто ожидал, и тех, кто жил для себя. Это возвещение разделит тех, кто имел масло в сосудах, и тех, кто не заботился об этом. Поэтому очень важно, говоря о празднике Благовещения, о празднике возвещения доброй вести, понимать, что это говорит нам о том возвещении, которое будет, и чтобы мы могли готовить себе нужное. Мария, она смогла услышать эту добрую весть. И Слово Божие говорит о том, какой была Мария, особое качество, почему она приобрела эту благодать у Бога, почему она приобрела favor, God's favor. Мы с вами читаем, что она верой принимала, «Да будет мне по слову Твоему». Она верой это приняла. Верой приняла как Слово Божье. Верой приняла как то, что Бог говорит к ней. И второй момент, очень важный момент, и мы с вами слышали об этом, и мы с вами пели об этом. Она имела смирение, глубочайшее смирение перед Богом. В ее песне немножко позже Лука пишет, или Мария молится Богу, и она говорит, благодарит Бога, что Он презрел на смирение рабы. Особое состояние смирения, богопочитание. И это очень важный момент для нас, братья и сестры, тогда, когда в наше время смирение уходит на второй план, очень важно помнить, что Бог ценит это качество. Бог смиренным дает благодать. И последний момент. Праздник Благовещения показывает и говорит, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Гавриил говорит, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Каждое слово, каждое обетование, обетование, которое относится к нам, к верующим, обетование относится к церкви последнего времени, оно исполнится. То, что Господь говорит в Слове Своем, оно совершится. Я говорил о том, что несколько недель назад был конгресс молодежи в Техасе. И тема, которая была избрана, которую братья избрали, вначале было Слово. И много было сказано, насколько это важно вникать в Писание, насколько это важно читать молодым и не только молодым, насколько это важно в начале каждого дня, в начале недели, в начале рабочего дня, чтобы в начале было Слово.
Но есть еще один важный момент. Знание Писания, чтение Писания очень важно, но очень важно исполнять его. Очень важно жить этим Писанием. Тогда, когда кто-то видит нас, когда мы в церкви, когда мы проповедь говорим или когда мы поем, тогда, когда никто нас не видит, тогда, когда мы дома, очень важно, чтобы мы могли жить так, как мы знаем. Слово Божье, оно имеет творческую деятельность. Оно действует, оно живо и действенно. Слово Божье проникает до разделения духа и души. Может, мы не до конца это понимаем. Может, мы не до конца понимаем силу слова. Но вы знаете, в свое время сотник, он хорошо понимал силу слова. Тогда, когда слуга заболел, и вот он призывает Господа, и потом говорит: «Скажи только слово». Иисус увидел его веру, он поверил в силу слова. Насколько я и насколько каждый из нас верим и доверяем Слову Божьему, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Братья и сестры, сегодня в этот праздник, праздник доброй, благой вести, в праздник Благовещения, я хотел, чтобы каждый из нас мог принять и взять уроки для себя. Что мы можем взять из этого праздника? Чтобы мы радовались. Чтобы мы радовались от того, что Он принес эту благую весть для нас. Что это благая весть, и мы ее знаем, мы в нее верим. И эта благая весть заключается в том, что Иисус Христос умер за мой грех, за мои несовершенства. Эта благая весть заключается в том, что Он царствует. Он царствует сегодня, и Он будет царствовать вовеки. И царство Его не будет конца. В этом благая весть. Праздник Благовещения говорит о том, что будет возвещение. И очень важно, чтобы мы готовились, и чтобы это возвещение было доброй вестью для каждого из нас. Помоги нам в этом, Господь. Склонимся и помолимся. Аминь. Господи, Отец наш Небесный, мы к Тебе идем, склоняемся перед Тобою. И мы, Господь, благодарим Тебя за добрую весть, за радостную весть, за то, что мы имеем Тебя, Господа нашего, за то, что Ты в свое время пришел и родился для того, чтобы взять наш грех, для того, чтобы взять наше беззаконие и беззаконие всего человечества и понести его на себе. Ты, Господи, сделался этим агнцем, который взял на себя вину и грех всего человечества, чтобы мы радовались о Тебе, радовались в Тебе, радовались о том, что царство Твое не будет конца, и Ты царствуешь. Царствуешь тогда, когда нам непонятно. Царствуешь, когда, возможно, непонимания в этом мире происходят, но Ты царствуешь, и царству Твоему не будет конца, и мы верим этому, и мы радуемся этому, и радуемся, что в этом благая весть. Господь, помоги, чтобы мы радовались Твоим обетованиям, чтобы мы могли радоваться от того, что Ты уже идешь, и в этом избавление наше, и в этом исцеление наше. Помоги, Господь, чтобы мы готовили себе нужное, чтобы мы приготавливали себя, как это делала Мария. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты желаешь общения с нами, за то, что Ты желаешь открывать тайны свои нам. Помоги быть готовыми для того, чтобы слышать Слово Твое. Помоги поистине не пренебрегать им. Помоги, чтобы в начале всего было Слово, чтобы в нашей жизни, в нашем хождении перед Тобою, чтобы мы вникали в это Слово, читали это Слово, и чтобы могли жить так, как мы знаем, то, что мы читаем, чтобы мы больше и больше становились похожими на Тебя. Благослови, Господь, каждого из нас. Помоги, чтобы Слово Твое, оно могло укрепляться и укореняться, и чтобы жизнь наша, она становилась похожим на Тебя. Благослови, Господь, каждого из нас. А мы верим, что Ты совершишь больше, даже ли мы, нежели о чем просим или помышляем по Твоей воле. Тебе слава, Тебе поклонение за все да будет. Аминь. Thank you.
хочу я петь о Господе моем. Он душу спас, ведет меня в свой дом. Он посылает силу мне свою. Вот потому о нем всегда пою. Ты согрешил, за это ты умрешь. Да я умру, но с песни на устах. Прощен мой грех, я буду в небесах. Не умолкай, моя душа, мой. Хоть трудно петь тебе средь бури злой. Он слышит песнь твою, не унывай. Хвалебный Богу нашему псалму. За жертву Сына Божия Христа, за кровь пролитую за нас креста. Не умолкай, моя душа, пой, хоть трудно петь тебе средь бури злой. Благовещение, братья и сестры, это добрая весть, это радостная весть. Он ведет нас в небесный край. Благая весть в том, друзья, мы слышали сегодня об этом, это благая весть о Спасителе. Это благая весть о нашем спасении, о прощении, избавлении от наших грехов. Благая весть – это о силе Божьего Слова. Благая весть – это о Царстве нашего Господа. Царство, которое начинается в нашей жизни, друзья, сегодня – в наших семьях, в нашей жизни это должно быть Царство Иисуса Христа. Благая весть – это о Царстве, которое скоро откроется для каждого из нас, когда Он откроет небо для Церкви, для нас с вами, друзья. И как написано, и там всегда с Господом будем. И это радость, друзья, и это радость, дай Бог, чтобы мы этой радостью делились, чтобы это было видно, чтобы это было слышно для людей, которые окружают нас. Давайте мы встанем. И в заключении помолимся нашему Господу. Господи, мы к Тебе обращаемся еще раз с сердечной благодарностью за то, что имели это время для того, чтобы, собираясь вместе, нам слушать Слово Твое, для того, чтобы петь Тебе, для того, чтобы взоры нашего сердца возносить туда, в небо, откуда мы ожидаем Тебя. Мы благодарны Тебе за эту добрую весть, которую Ты посетил землю. Мы благодарны за то, что мы, каждый из нас, услышали эту добрую весть лично, за то, что Ты для нас стал нашим Спасителем, за то, что Ты для нас стал Царем, за то, что нас Ты ожидаешь в небе. Господь, и мы просим, чтобы Ты этой доброй вестью посетил еще многие сердца, которые не знают Тебя. Благослови, Господь, чтобы мы этой радостью делились. И вот просим сегодня, когда будет это благовестие там, в парке, чтобы Ты благословил и послал тех, которым нужна эта добрая весть о спасении. Благослови братьев, сестер, молодежь, которая будет участвовать в этом благовестии. Пошли охрану, пошли свою благодать и действие Твоего Святого Духа. Господь, мы просим Тебя, чтобы, когда мы в этом мире будем находиться, чтобы Ты благословил нас делиться этой радостью, чтобы эта добрая весть не только была скрыта в наших сердцах, но чтобы это было добрым свидетельством, это было добрым светом для людей, которые еще не знают Тебя, чтобы это было нашей жизнью, чтобы это было нашим светом, нашим благоуханием для мира, который еще не знает о Тебе.
Господь, мы просим Тебя о многострадающей земле Украины. Мы просим, чтобы Ты послал мир туда, чтобы Ты послал, если нужно, дождь, если нужно, солнышко. Но более всего пошли духовное благословение, Господь, пошли мир на эту землю. Яви свою милость к народу Твоему, яви милость много к тем, кто еще не знает Тебя, и пошли свою благодать, Господь. Мы просим, чтобы Ты остался с нами и в этот воскресный день, чтобы Ты еще раз говорил к сердцам нашим, чтобы Ты продолжал действовать, чтобы Ты продолжал царствовать в нашей жизни. А в этот час благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого да будет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.